Здравствуйте, с вами Любовь. Хочу поделиться с вами своей радостью. У меня наконец появилась детка в пестролистной фиалке Виладене. Она еще совсем маленькая, но уже заметна. Я ее ждала очень долго. Листочек после того, как дал корни в водичке, я посадила в земляной субстрат. Это где-то было 7 сентября. Детки долго не появлялись. Листочек за это время вырос, потемнел, стал более зеленым, пестролистность уменьшилась. Я его немножечко подрезала, но деток все не было. И вот вчера такой приятный сюрприз. Всем всего наилучшего. Поделитесь, как быстро у вас появляются детки у пестролистных фиалок. Пока-пока!